Там просто было написано в менюшке, что типа можно что-то нажать, появится летучая мышь, и типа и второй игрок может управлять. Как в этом Eight Eyes, который типа клон костлы. С орлом, которая. Ну, здесь такая же хрень есть. Блин, я думаю, куда, вниз лучше? Давай вниз сначала пойдем. Хотя с другой стороны. Там тупик был. А там был еще какой-то поворот. Не, подожди. Дай проверю. Проверим. Проверим, что тут у нас есть. Помимо... Я в домике, отстань. Вот, здесь есть поворот. А куда он? А тут святая вода нужна. Угу. А где ее взять? Хотя, зачем она мне? А! Здесь, судя по всему, что-то сложное. Мне кажется, что здесь должно быть что-то. Да, блядь, не работает! Ладно, ок. Сука. Ладно, нормально, нормально, все хорошо. Тут в данже есть вроде бы... Вроде бы в данже здесь есть топоры. Чё? То есть мне нужны топоры, мне нужна святая вода. Потому что, скорее всего, следующий апгрейд будет, блядь, стоить... Да, блядь, что ты делаешь-то? Да, мать твою. Следующий апгрейд будет стоить дохуя. Если я его найду, конечно. Так, а что за прикол? А, я затупил. Yes. Вот тебе весь прикол. Не туда пошел. Вон. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Там слева вода, перепрыжка. В общем-то все, да? Мне нужно до замка доплестись каким-то образом. Ай-яй, это фёрст. Ту-ту-ту.
Найс. Так, крест мне не нужен. Так. Та-ра-та-ра-па-па-па-парам. Та-та-ра-па-ра-па-па-па-ра-пам-па-ра-па-ра-па-ра-па-рам. А зачем я всем этим занимаюсь? Чтобы получить корону? Что мне нужно было? Топор? Топор или святая вода? Что мне было нужно? Не то и топ, по-любому. Да и... Одно лежит здесь. А вот. Туда, значит, надо будет сейчас идти. Чёртова сука, кто ты там, блять, непонятная хуйня. Эй, ну а почему патроны-то сбивать нельзя? Можно же было. Ну ладно. Окей. У меня синдром Ичи включился. Мне надо все собрать. Хотя мне, в общем-то, это и не нужно. Но я и не все буду собирать. Ну, то есть, нахуя мне деньги собирать? Предметы, ладно, еще они пригодятся. Ну, а деньги-то нахуя? Нойс. Так, не то. Здесь, да, было что-то? Вроде бы. Ой. Блять, ну нажал же. Да, абсолютно того стоило. С короны не пойду. Да-да, 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 да-да. Какая внутренняя оптимизация? Где? Зачем? Horizon?
Откуда я знаю, что про Horizon говоришь? Блять, ночь наступила, ёптами. Подожди вот тут. Я не подожду. Деньги давай. Я сейчас варю достану. Деньги давай. Тут были, ты откуда? Здорово. На-на-на-нам-на-нам-нам. Ну так они фикс какой-то выпустили вчера. Я же вроде говорил про это. Возможно, что-то починилось. Чуть-чуть. Самую малость. Эх, старушка с сой. Блять, ты чего превратился в... Ты... Ты чего превратился из старушки в мужика? Чего? Так, значит... Замок 4. С кем он разговаривает сейчас? Степик, годик. Вот этому палачу. Вот этому мелкому палачу год уже. Растет, смотри, зверюга. Да. А жрет как на все 8. Кошка гулящая. Катиться не может. Че? Боже, Санек. Что за ужас ты пишешь? Слушай, так мы здесь были, нет? Не, вот тут не были точно. Есть курить? Ну хотя платформы работают. Я поспешил. Поспешил с комментарием по поводу платформ. Ладно, нормально. Все хорошо. Я еще Сука, я утонул. Давай. Поэтому говорю, что, блядь, он жизни не сделал. Каждый раз, блядь, возвращаться. Поленился он.
Ух! Ну так это, жизнь не надо программировать. Я хочу, босс, чтобы ты сам убился, блядь. Можно такое устроить? Блядь! Да в смысле, бля, я только нахуй перешел туда, ёпта. Заново. У Zombies at My Neighbors есть продолжение официальное от тех же разрабов. Чико, не будь жесток. Кстати, ты уволен. Зачем? Да еб. Да где-то нахуй. А чё Чик жесток-то сразу? Чё я сделал-то опять? Чё я-то? Это я чё ли? Гхул, патрул. На SNES. Это продолжение. Зомби сожрали моих соседей. Официально от LucasArts. Зачем мне еще какое-то, блядь, непонятное хуй пойми от кого? Если уж совсем нужно. Вон, Herc's Adventure. Это та же самая игра. По сути, только без... Ненавижу. Да, мне интересно. Я ответ не получу, но я получу какую-нибудь дозу хуйни в ответ. Прям 100 пудов. Не нужны. О, неплохо. О, давай кри... Лучше бы предмет назад спавнился перед тобой, а не сзади. Потому что чаще всего ты идешь в другую сторону. Потому что предмет вечно падает где-нибудь в углу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Найс. Фух, так, теперь здесь не упасть. Чижик! Во. Улучшений. 5. А я сколько взял? 3-4. Нихуя. И как я должен это пройти? Так, чё с...
Так, я знаю, где мы. Я знаю, где мы. Вообще этого места не было в оригинале, подожди. Этого не было в оригинале. Здесь тупик должен был быть. Вот это место, это самый край карты. Самый правый край карты. Я почему понял, что вверх надо... Я что-то... Мне показалось место знакомым. Ох, мать. Я пожалею об этом, да? Блять, и как далеко бежать придется, если еще. Бежать придется далековато. Ну, относительно. Так, вот здесь, в принципе, можно добежать, но проблема. Все еще остается. Нормально. Сейчас будет город. Через одну-две комнаты. По крайней мере, должен быть. Хотел сказать, это точно музыка из Кослы? Вот он вот это услышал? Да, это музыка из Кослы. Чего? Геймбоевская? Вправо должен быть замок Дракулы, если пойти. Да хули оно? Ой, блядь. Грусть, тоска. И опять всю локацию ебашить с самого начала. Ну почему он жизни-то не сделал? Ну ёпты, иметь. Это же идиотизм. То есть тут и без того бэктрекинга до хера. Дайте еще бэктрекинг. Дополнительный. Говорят, тебе он нравится. Не знаю, чем он там тебе похож на Аткинсона. Да не. Да не. Уф, на. Чуть пропасть не упал.
Да к... Да камон! Нет! Фу, так, тихо. Мы должны хилку взять. Серьезно. Вот эту. А вот это хорошо было. День? Ну, минут 5, наверное. Через дэмэдж бусты прошел всю локацию. Че такое? А. Так, нормас. Фух. Ночь. Ну, я думаю, примерно так же. Возможно, меньше. Черт. Пожалуйста, замок. Да лол. Еще платформинг. Блин. Я боюсь. Что если справа? Чего? Что если справа есть город тоже? Вполне себе может там быть. Да чего? Нет, нет. Да какой, в смысле? А замок Дракулы где, блядь? Перед ним должен быть этот город. Алло. Камон. Ву. Томш. Где у вас тут? Фу. Фу. Спасены. Фу. 4% осталось. Норм. Норм. Так, ну дальше, я так понимаю, пройти не сможем, да? Потому что тут, скорее всего, замок Дракулы впереди. А нам до этого нужно еще 2 предмета собрать. Да ютить твою мать, ну блять, ты вовремя, ёпта, двери закрываешь. Камон, я только пришел. Ну только пришел. Ну только пришел.
Ну, по идее, 7340 мне должно хватить. Ну, скорее всего, апгрейд будет 1007 стоить. Ну, если 10 он будет стоить, это вообще, конечно, ну... Типа, иди фарми-фарми. О, давай жить вместе. Так, тебе нужны все предметы Дракулы, чтобы пробиться сквозь стену зла. Окей, ну их всего 5. Что-то какой-то замок, город какой-то пустой. Впереди замок Дракулы, будь готов. Ну ладушки. Ну то есть прям не пойду, значит. С какого вот этой части музыка? Найс. Как это багуля происходит? Я пытаюсь иногда кинуть, а он не кидает. Эта платформа чё, блядь, к бабушке нахуй на неделю уехала, что ли, или чё? Чё она так долго ехала назад, алё? Блин, я не сохранился после, да? Сейчас ночь настанет, да? Хотя какая разница? Просто идём все. Нам же видно все. Да? Да. Подумаешь, бабульки будут. Не, я что-то по привычке прыгаю все время. Не знаю почему. Найс. Да етить твою мать. Хорошо. Да чего? Еще один город? Ну ладушки. Прям это цивильно с церкви, да? Тыры-пыры-бум. Тыры-пыры-пыры-бум. Это просто церковь одна? Вот те раз. Гарпии мне не хватало здесь еще. Д
Да ну чего ты? Хорош. Доппельгангер слаб к ножу? Чего это значит? Какой доппельгангер? Так, ладно, окей. Спойлеры какие-то подъехали. Так, а что здесь? Так, Бодлик, особняк Бодлик какой-то. О, какой музон незнакомый опять. Нихуя там. Целое приключение, смотри. Твою, блядь, в душу. Сука. Кругом обман. Да иди твою медь! Они так быстро падают, я даже среагировать не могу. После. Чего там такое лежит? О, найс. Бля, тут сверху кристалл нужен, чтобы пройти. А, боже. Ну все, данж всрат. Данж всрат. Можно на выход, да? Да ёб. Что-то они слишком как-то хитро сделали. То есть здесь сначала нужна святая вода. А нож, блин, падал с какого-то определенного блока. Я что-то даже не знаю. Проблема в том, что это-то вот оно. А нож-то где второй взять? Там еще нож нужен после. А нож падает здесь где-то, да? Ага. Весело, блядь. Короче, мы входим, кидаем. Поднимаемся наверх, берем нож. Да как еще? А это Зикур. Спасибо. Удачного просмотра. Приятного, вернее. Че все время говорю удачного? Вот же, блядь. Так, ножи есть. Нойс. Блин, надеюсь, какая-нибудь платформа снизу как-то не ёбнется сейчас. Я уж так что-то побаиваюсь. Во!
Вот этот чувак, который живет во тьме. По логике вещей он должен дать апгрейд. Так, я уже даже боюсь, блядь, трогать что-либо здесь. Ага. 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 Так, значит, что получается? Нужны какие-то топоры? То, что это явно не откроется, да? Ибо нету у меня. Да, ты хотел. Так, где же... Где же к нему вход? Возможно, к нему вход справа. Какие нахуй ножи? Подожди ты, блядь. Да ёпт. Да ёпт. Да ты должен допрыгнуть, ну. Да ну прыгни. Да ты чего не допрыгиваешь-то? Ты серьезно? Это вообще возможно? Он как-то прыгает прям. Как будто бы он может. Не, подожди, это норм, что мне нужно вообще хуй пойми как проходить тогда, если я сейчас не могу залезть. Блять. Не, здесь нельзя залезть. Пойдем проверим, что мне нужно здесь. Значит, на всякий случай. Заодно уж хилка появилась заново. Так, здесь падает крест. Но мне нужен кристалл. Но в этой локации падает кристалл. Вот здесь. Поэтому мне нужны топоры. Мне нужны топоры. Святая вода. Угу. Окей. Топоры. А где я топоры где-нибудь видел здесь? А что тут у нас? Нет, тут не может быть. А что здесь? Хм. Блин, здесь топоры нужны. А здесь святая вода нужна, серьезно? Fucking fuck. Ну тогда давай так. Я поднимусь и возьму святую воду. Посмотрим со святой водой, куда нас это приведет. Да ёб твою медь! Сейчас скелетов ваншотить.
Было бы классно. Не, до хилки дойду. Пойдет. Да. Так, значит, чё? Окей. О боже, нет. О. Я очень хорошо помню, что. Что тут должны были быть платформы. И это очень странно. Не трогай меня, заебало. Да уйди ты нахуй от меня. Достало. Да еб. Ну, то есть здесь где-то нож еще есть, что ли? Ну а иначе как войти? Да блять ты. Чё за... Да-да. Кыш. Бэм! Будете знать, козлы. Куда это я попал? Оу. Я на другую сторону попал? Простите? А, не, не на другую сторону, я просто упал куда-то. Да ну сика! Блин, тут реально платформы были. В оригинале. Хм. Да иди твою в душу. Так, ну и где мне взять топоры? Кристалл. Кристалл. Кстати, кристалл тоже можно. Здрасте. Ну ладно, нормально пойдет. Не пойдет только... Как к нему попасть? Ёпт. Да ёп, в смысле? И чё, и как? Блять.
Меня обманули. Сказали, возьми кристалл, выйди из комнаты. Я вышел из комнаты. Теперь назад не могу вернуться. Кругом наебалово. Да что ты падаешь-то? Ну, хорош. Так, мне выше, ниже, куда мне? Оу, не. Точно не сюда. А как? И чё теперь? Нет, и чё теперь? Вообще, есть вариант вернуться-то? Хоть какой-то? Ой. Блять, подставил сам себя. Придется влево идти. О боже. Да ну. Ты издеваешься? Да, далеко я так же дойду. Ну и все, блядь, приплыли нахуй, все заново. И откуда? Ой, бля. Жизнь. Очень далеко откинуло. Игра говна, уровень говна, декорация говна, враги говно, и называется как говно. Игра норм,